И всем привет, дорогие друзья, с вами Vivian World, и сегодня мы продолжаем прохождение Far Cry. Кто не смотрел предыдущую серию, ссылочку в описании, но все равно кратко объясню. В прошлой серии, по моим ожиданиям, должен был быть финал, а оказалось, что это ни шиша не финал. Тут... Похоже, трекены из лаборатории расползлись по всему острову. Будь предельно осторожен. Ну, естественно. Что... Жесть продолжается. Так что сегодня будем продолжать. Взорвали мы, значит, главную лабораторию. Свалили оттуда, бабах. Вашу мать. Меня бесят гранатометчики. По-моему, его кто-то грохнул, кстати. Свалились с лаборатории, произошел большой бум. Главный герой откинулся. Ну, в смысле, просто, ну, короче. Просыпай. Дойл, моя рука зеленеет. Похоже, ты все-таки заразился. Ну, я же вколол сыворотку. Сыворотка спасает при обычных обстоятельствах. Видимо, произошло утечка переносить в шейку. Так заразился Кригер. Кригер заражен? Опа-на. Опасненько. Очень опасненько. Так, полный арсенал, одобряю. Что за набор пушек? Что это такое? Полное дерьмо. Дробовик. Так, смотри. Это я выкидываю. Беру дробаш. Блин. Так, фонарик мне не нужен. Я вообще не знаю, на кой шиш мне все... Вот это точно на кой шиш, я не знаю. Так, нет, подождите. Я люблю это прям все в порядке держать. В строгом порядке. А, так, потом должен... Подожди, должен идти дробаш. Дроба... Фу! Не надо их в одно место складывать. Так. Что это? Так, вот это в первом слоте. Дробаш во втором. Потом OICV, потом вот эта хрень. Фу, все. Вот так. Не знаю, накушаешь мне просто по 90. Да, уж оказывается, так и заразился наш главный герой. Да, так и не могу никогда рассказать. Значит, главный герой вырубился, очнулся, оба на вертолете у Кригера. Кригер его бень по башке нахуй и вертолета вылетает, падает в самое пекло, где живут трекены. С 10 патронами на винтовке. А, ну и винтовку ему туда скинули, самую хреновую в игре. Ну, я не знаю, может она не самая хреновая, но вот у меня самая... Ты направляешься в центральный офис Кригера. Он находится на краю кратера вулкана. Кригер сдерживает извержение за счет какого-то мощного стабилизатора. Надеюсь, там ты найдешь его и Вэлл. Пора покончить со всем этим. Я тоже направляюсь туда. Не беспокойся, все почти кончено, друг. Ну это на намек на финал, но я чуть не понял. Как можно было карточку просрать на самом видном месте? Она такая незаметная всегда. В этом отличие. Чулава, что ли? Херасик, внутри вулкан. Ладно, поехали. Так, сейф, отлично. Я тут еще параллельно прохожу Half-Life. Как я говорил в прошлой серии, управление для меня немного иногда путается. Гигантские трайгены. Ты как выжил вообще? Пропусти ты меня, идиот. Так, по-моему, там люди кричат, так что я бы пошел. Тихо. Куда ехать-то? Походу я приехал. Офигеть.
следопулемет от гиганта вынести. Вот это дела. Такого я не видел еще, парни. Так, по-моему, тут где-то еще один. Ладно, не важно. Нифига вас там. Ты что, невидимка, что ли? Тебя в лес, а? Вот, пата. Ай! Так, зачем я начал перезаряжаться? Так, там трайген с той стороны, зараза. Мне всю малину портит. Еще патроны кончились. Дробаш. А, давайте вот эту винтовку заюзаю. Так, минус один. Хорош. Так, подожди, а где вот это, где этот прыгун? Это дело. Где ты, блин? Блин, да, зажим, конечно, это плохо, но тут никак по-другому не вывезешь. Да вы претесь, вот это пекло. О, какой-то разброс космический. Так, хотя бы минус один, да? Что, в лаву упал? Упа, они в лаву падают. Ну там был еще. Ну ладно, машину я дальше точно не возьму. Чё это тут один патрон? Так, броник. Кто-то вон оттуда стреляет. Ты козёл, а? Во! Всё. Вот это я понимаю. Так. Броник и патроны на... Как она называется? Вот это я помню, OICV называется. Это как называется? Обалдеть. Чего вы так орёте-то? Подожди, там кто-то стреляет. Здесь по мне не особо стреляют. Дай подняться. Так, подожди, вон там еще кто-то есть. Любому. Кто-то в них стреляет. Что? Смотри. Оп! Смотри, магия. Магия деревьев. Опа! Ты кто? Ай. Муха. А сейва-то так-то давно не было. Я так помню, да? Твою ж дивизию, еще на тачке даже сейв. Мне всю эту перестрелку сейчас заново проходить, что ли? Может проспидранить в конце концов. Так, пропустите, гонщик нелегальный. Бляха, муха, дерево. Пофиг, ладно. Так, все. Одна обойма из пистолета-пулемета и минус гиганта, это хорошо. Так, тут еще один гигант, сейчас я его вынесу тоже так же, да? Я надеюсь. Давай, дебошир. Давай. Иди. В лес иди. Все, хорош. Блин, вот привычка реально из-за Half-Life, из более-менее безопасной ситуации, нажать F6, сделать сейв. А вот хрен там плавал. Воу! Откуда? А, вас тут двое. Минимум двое. Блин, надо ему прям в середину, прям вот это вот. Да вашу ж мать, чё ж ваш так много-то? Совсем ошалели. Вали отсюда. Давай, дебоши. Хорош. Так, все. На этом острове я один теперь. А хрен там, я просто пробегу. Да, вот эту винтовочку возьму. У нее, кстати, еще подствол классный есть. Опять же, привычка из Half-Life, что подствол вызывается на правую кнопку. Он не вызывается на правую. Так, нет, это очень недальнобойная шняга. Ну ее нафиг. Так, ну ты там прыгай, ладно. А он в лаву упал, по-любому.
Бежать. Хорош. Все? Нет, большой, большой где-то еще. Ух, ё. Да упади ты в лаву, а, дядь. У меня к тебе предложение. Так, еще где-то еще один. Ну, или не один. Что? Бляха, муха, вот надо было упасть, а. Фу! Так, все, я их тут попробовал зарашить на машине, вроде как более-менее удачно. Тихо! Фух, вот сейчас бы сейф на самом деле, очень бы не помешал. Ладно, погнали дальше. Здесь в этот раз я по мелочи не откинусь. Так, хроник 30%, еще 30%, все, у меня фул броник и фул хп, что мне еще надо, я вот не могу понять. Так, полежать. Куда? Хорошо, жмать, а. Так, хорош. Вот откуда? Откуда? Вот откуда? Откуда? Мне бы сейчас X-Ray, который всех существ показывает. Вот да, вообще. Твою мать. А, вон. Пофиг, я погнал дальше. Прикол в том, что я забыл вот здесь прыгнуть. Прыгать, очевидно. Так, сейчас надо накопить. Куда ты стреляешь, а, черт. Где-то вон ты стоишь, да? Вон там за деревом. Вон, смотри, вон ноги торчат. Да, вон ноги торчат. За деревом. Козел. Полег, что ли? О, умер. Отлично. Так, теперь. Разбегаемся, прыгаем. Уф. Так, сейф, пожалуйста. Дайте мне сейф. Всё. Да ладно. Офис Кригера должен быть совсем рядом. Я уже на причале. Направляюсь к тебе. Я реально не ожидал, что сейф. Не сомневайся. Так, все, вот это мы откидываем. Берем снайпу. Блин, хоть мне всего 5 патронов. 5 патронов в снайпе. И такое. Так, ну с этой фигней ничего не сделаю. Так. Вот мне вот тут. Так, подожди, а куда мне идти-то? Я по этой херне вниз спускаться не хочу. Не-не-не-не-не. Да. Пустите. Чё, вот сюда что ли? Так, по мне палят. Я слышу. Так, раз, два. Давайте я их отмечу. Вот что я понял. Раз, два, три. 5. Кушишь, я их считаю, если мне пофиг. Так, тут еще кто-то есть. Это снизу, да? Да, это низ. Как я. Подожди, а как это я так должен был туда прийти-то в итоге? Я спускаюсь с горы. По сути, я же должен был абсолютно с другой стороны прийти. Так, меня палят. Меня полили с той базы, то есть с той, которая сверху. Так, здесь кто-то есть. Фим, бессмертный, что? О, привет. Так, я ему шлем разбил, кстати. О, сейф, так, сейф, хорош. И целый долбанный арсенал. А, АГ-36 он называется, АДЖИ. Вай. Спасибо, не-не-не-не. Я куда-то пойду. У меня есть снайпа. Я могу так далека вопросики решать. Правда, я никого не вижу. Потому что кусты. Ты сам так вот, слышишь? Поуважительней, пожалуйста. Ты долго там плавать будешь? Так, ну снайпает, конечно, хорошо, но АГ-36, по-моему, была получше. Она, конечно, не такая дальнобойная, но мне такая лютая дальнобойность, в принципе, обычно не нужна.
шла нафиг эта снайперка. Давай, аджику. Аджику мне давай. О, аджика. Так, подожди, патроны. Патроны. Это, подожди, патроны на дробах, да? Да. Окей, аджика, давай, аджика. Сейчас я какая-то аджичу вам тут делаю. Никого не видно. Все, все, все кусты закрывают, зараза. О, здесь что? Не, мне по-любому надо туда вот. Там сейчас, да. Еще главный герой в тренде, там превращается потихоньку. Это вообще такая еще такая тема. Подожди, здесь еще надо. Опа. Упася. Кораблик. Все закрыто. Так, подожди. А что если вот здесь... я могу, конечно, загрузиться с сейва потом. Но что-то мне жалко, знаете. Похрен, давай попробуем. Ух ты. Вот этого я не ожидал. Мда. Прикольно, кораблик нашел. Игра мягенько, так сказала. Ты, слушай, не лази туда, а? Ну. Не надо туда лазить. Хуже будет. Так, где этот козел, который тут спускался? Он же меня палит, я же вижу, что он меня палит. Где он? Давайте-ка я тепловизор включу. Очки Cry Vision. Они называются. О, как. Оригинально, насколько я помню. Ну, вон он стоит. Хорош. Ой! Откуда? Тихо, 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 тихо. Откуда? Граната, блин. Во, вон там. Смотри, это граната. Еще один козел идет. Мать. Сам такой. Так, все, погнали дальше. Снижу со всех броники падают, это вообще отлично. Так, еще кто-то, еще кто-то. Ну, по-любому, вот здесь, да? Так, очки. Офигеть, скорострельность. Да так кого хочешь можно вынести. Даже бронированных этих. Подожди, вот сюда мне надо? А, угу. Хорош. А, сейчас внутри вулкана, да? Внутри вулкана сейчас будет. Да. О! Арсенал. Правда, у меня все есть. Ха-ха. Подожди, стоп, у меня же нет патронов. Пистолет пулемет. Фигля. Где? Где они? Меня заскамили на патроны, на пистолет пулемет. Прям жестко заскамили. Ты ничего не заметил? Так, а я вот шупа... Я вот... Ладно. Это, конечно, все класс. Ой, охренеть вас там. Это все, конечно, классно. Очень, очень классно, очень круто, очень... Яха, муха. Сколько ж вас там? Поляк уже. Очень дохрена экшена, но я предлагаю до следующего сейва и продолжать следующей серии. Сам себя подорвал, мне показалось. Броники, 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 броники. Это, блин. Да ты идиот, что ты орешь-то? Где ты вообще? Разбросом, там пули просто выше его головы летели куда-то. Так, это что такое? АК-36. Мачете? Что? Похрен, давай мачете. Я все равно пистолет пулемет тронет. Я сейчас в итоге, я кажется, что я где-нибудь найду. С тобой все хорошо? А как по-твоему? На вашем месте.
Джесси, я бы так не переживал. Вы все равно не доживете до следующей стадии мутации. И чё? Мне сейчас с Кригером драться, что ли? Они мне бронику так быстро снесли сейчас, или мне показалось? Или мне показалось? А что случилось? Там убили Вэл, что ли? Идите Кригера в его... Я убью! Где сыворотка? Кто заразил вас? Произошла утечка мутагена. Мутаген проникает в организм лишь путем внутривенного впрыскивания. Жаль, не могу вам помочь. У меня не было времени изготовить сыворотку. Это Дойл? Из вас выйдут отличные мутанты. Тебе остался час. Ей еще меньше. Извиняюсь. Старик был склонен к театральности. Жаль, у него не было деловой хватки. Дойл, ты не посмеешь. Еще как посмею. Работа на правительство научила меня главного. Где новое оружие? Там можно сорвать неплохой пушку. Почему ты сам не убил Кригера? Райден Елизавета предал своему батюшке. А ты его только что убил. Любопытно было узнать... А, так это Кригер. Но мне пора покупать лишь... Дойл, если ты не дашь нам сыворотку, тебе не покинуть остров живым. Да, я знаю, ты мне не поверишь, пока я не приставлю ствол к твоему лбу. Но это так. Жаль, Джек, но она мне нужна самому. Прости, что не жму тебе руку. Походу, финал все-таки сегодня будет. Я иду за тобой, мерзавец. Ага, то есть... Я таки грохнул Кригера. Яха-муха, откуда вы взялись, идиоты? Я таки грохнул Кригера. А Дойл, сволочь, оказался предателем. Вашу ж мать, сколько ж вас там. Чё ж вы таки увёртливы, а? Бежай. Нет, твою мать. Я сейчас пробел сломаю. Дойл предатель. Кригер сдох. Угу, то есть мне сейчас заново смотреть эту касцену, ну ептить. Пофиг, пропустить. Все, мы это уже видели. Воспользоваться лифтом. Все, едем. Ой, заряд, случайно. Так, ну я так понимаю, это был некий спидран в данный момент. Где я? Куда я и что я? Я иду за Дойлом. У меня задание убить Дойла и забрать сыворотку, чтобы убить самому внизу. Пустите, это арсенал. Аптечки, броники, гранаты, патроны, пистолеты, тут вообще... Так, это чё? О, пистолет поймёт по 90, ну-ка дай-ка сюда его. Он ещё с фулл патронами, как я понимаю, да? Офигеть, тут арсенал. Во, вот это нужные патроны, это патроны. Снайперку. Да тут все пушки есть, смотри-ка. Пулемет даже есть, снайперка, вон, РГ. Не, ну это мне не надо, я... Погнали дальше. Очень странно, что не сделано сейва. О, вот сейв, отлично. Что здесь будет сейчас? Ух ты! Кто по мне стреляет? Кто? Откуда? Яха-муха. Я нихера не понимаю. Что это происходит? Что происходит?
что происходит вообще? Я ни шиша не понял, что здесь произошло реально. Мне походу, снайпан. Да умри ты уже, ну. Так, там еще гигант идет. Хорош. Баньку при. Ты что дверь закрыл? Блин, патронов нет. Уф. Еще один. Чтоб тебя, выйди отсюда. Падла. А я вот что придумал. Я обещал до следующего сейва и следующая серия. Поэтому уже и так трындеца достаточно на эту серию. Мне так кажется. Ну, трагичности точно достаточно. Вот это дерьмо я не знаю, зачем я взял, лучше бы я снайпер. А, итого. Всем спасибо за просмотр. С вами был Vegan World. Это долбанная 21 серия по Far Cry, я не ожидал, что это настолько дохрена. И тут, ну, попахивает концом, конечно. Ну, а вдруг это еще даже не намек. Ну, это намек, конечно, я понимаю, что уже один обманщик насчет конца был. Финал вообще, по факту, должен был быть в предыдущей серии, но его не случилось. Как вы помните. Таким образом, подпишитесь, чтобы не пропустить следующую серию, которая, скорее всего, будет финал. Лайкос, комментарий. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.